Приветствую, друзья! Кто не разобрался, это у меня мозг. И сегодня говорим про инсульт. 29 октября ежегодно, начиная с 2006 года, по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом, проводится Всемирный день борьбы с инсультом. Вы знаете, это удивительнейшая патология. Вот удивительнейшая. И ваше, вот наше отношение к ней меня удивляет многие-многие годы. Кажется, что мы просто безумцы. Вот просто безумцы. Речь же идет не просто о том, что вы заболели и померли. Речь идет о том, что у каждого из нас есть реальный шанс превратиться в овощи. Но это вообще никого не волнует. Для начала статистика. Вот совершенно очевидная статистика. А вы просто подумайте. Да? Итак, инсульт. Вторая причина смерти. И фактически первая причина инвалидности в мире. 25% жителей земного шара перенесет инсульт. В нашей стране цифры другие, у нас больше. Мы еще поговорим почему. Но минимум каждый четвертый из тех, кто меня смотрит, перенесет инсульт. При этом 80% инсультов можно предотвратить. Вот просто я представляю себе, есть смертельная опасная болезнь, которой каждый из нас заболеет с вероятностью 25%. И у каждого из нас есть 80% возможность это предотвратить. Как называется человек, который эти 80% не использует? Ну ладно, неважно, продолжим статистику. 70-80% тех, кто выживет после инсульта, останутся инвалиды. При этом 20% будут не просто человеком с инвалидностью, а будет человеком, который нуждается в постоянном уходе других лиц. Только 10% перенесших инсульт восстановятся, ну скажем так, почти полностью. То есть смогут продолжить тот образ жизни, который они вели до инсульта. За последние 30 лет наблюдается рост абсолютного числа случаев инсульта на 70%, и также рост смертей от инсульта на 43%, еще раз за последние 30 лет. Продолжаю, просто цифры настолько шокирующие, что хочется, чтобы вы их услышали. В ближайшие 10 лет количество людей, которые перенесли инсульт, увеличится на 40%. По Украине статистику добыть невозможно, говорю статистику по Соединенным Штатам Америки. Каждые 40 секунд в Соединенных Штатах регистрируется инсульт, и каждые 4 минуты от инсульта умирает человек. Обращаю внимание также на то, это последние цифры больше не будет, что после 55 лет риск инсульта возрастает в два раза каждые 10 лет вашей жизни, а также сообщаю, что 15% инсультов, примерно 15% инсультов на сегодня отмечаются у людей в возрасте до 40 лет. Ну, совершенно очевидно, что инсульт это ну, одна из самых глобальных проблем здравоохранения. Его изучают миллионы людей, тысячи клиник. Совершенно очевидно, что люди все-таки стали жить дольше, поэтому и инсультов больше. Тем не менее, есть там пять главных факторов риска, на которые мы можем влиять. Я их сейчас скользко назову, мы еще об этом будем говорить, но это как бы те факторы, которые все время произносятся всеми. Артериальное давление, высокий индекс массы тела, высокий уровень глюкозы, загрязнение окружающей среды твердыми частицами и курение. Вот сейчас Федерализация здравоохранения называет именно эти пять факторов, которые предопределяют значительный рост количества людей с инсультом. Теперь расставляем точки над «и», что это такое? Это должен знать каждый. Нельзя профилактировать какую-то болезнь, если вы не понимаете, в чем суть этой болезни. Давайте с инсультом разбираться. Это может коснуться каждого. Если не вас, то ваших очень близких, очень дорогих людей. Сразу прошу, ребята, смотрите, речь идет о смертельно опасной болезни, которую с вероятностью 80% можно профилактировать. Поэтому, пожалуйста, ну поделитесь этим видео с вашими родственниками, особенно если это пожилые родственники, особенно если это курящие родственники, или родственники с лишним весом, или родственники с сахарным диабетом, ну и так далее. Это да. Ребят, поделитесь, не ленитесь. Ручку протянули, поставили лайк, Вперед! Можете даже прокомментировать, сказать, как вы любите нашу команду, и мы с вами на одной волне. Тем не менее, что это такое инсульт? Фактически инсульт это острое, то есть внезапно возникающее, повреждение мозга, которое возникает в связи с нарушением кровообращения в мозге. Вы должны знать, что мозг – это 2% массы тела, но при этом именно клетки мозга потребляют 20% всего кислорода. Это клетки, которые не могут жить без огромного количества кислорода. И именно клетки головного мозга особо чувствительны к дефициту кислорода. Поэтому если происходит нарушение кровообращения, то есть не поступает кислород по каким-то причинам, то клетки массово гибнут и не восстанавливаются. Ну а гибель клеток проявляется совершенно конкретными симптомами. Есть два основных варианта инсульта. На самом деле, вы должны понимать, ребята, что когда я говорю сейчас про варианты инсульта, это, по большому счету, теоретическая информация. Никогда ни перед кем из вас не встанет задача сказать, о каком инсульте именно сейчас идет речь. Это как раз то, чему учат врачей, потому что в зависимости от причины инсульта, варианта инсульта, может очень сильно, очень принципиально меняться медицинская помощь. Но у каждого кто сейчас смотрит это видео, есть фактически две задачи. Задача первая – знать признаки инсульта, ну и как следствие знать, когда надо срочно обращаться за медицинской помощью. И самое-самое главное – знать, что зависит от вас для профилактики инсульта. Вот об этом мы и будем говорить. Итак, возвращаемся, какие варианты инсульта бывают. Инсульт бывает ишемический. Суть этого варианта – закупорка сосуда. То есть кровь не движется по сосуду. Возникло препятствие. У этого ишемического инсульта есть также такой синоним – инфаркт головного мозга. Итак, какой-то сосуд перекрылся. Что может перекрыть сосуд? Сосуд может перекрыть тромб, сосуд может перекрыть атеросклеротическая бляшка. Может быть, сочетание атеросклеротической бляшки и тромба. Сосуд, а очень часто много сосудов одновременно, перекрываются из-за спазма сосудов, поскольку кто-то при давлении 200 наглотался непонятных таблеток, и давление стало 100. И вот это резкое падение артериального давления приводит к тому, что одновременно прекращается кровообращение сразу в нескольких сосудах и возникает уникальный вариант инсульта, при котором сразу несколько очагов поражения. Кроме ишемического, есть другой вариант инсульта, который называется геморрагический инсульт. Геморрагический инсульт – это значит, из-за чего-то была нарушена целостность сосуда. Сосуд лопнул, произошло кровоизлияние. Это может быть врожденная патология. Это может быть крайняя степень атеросклероза. К этому может привести очень высокое артериальное давление. При этом надо сказать, что бывают два вида кровоизлияний. Внутримозговое кровоизлияние – и так называемое субарахноидальное кровоизлияние, когда лопается сосуд между мозгом и одной из оболочек мозга. И там обширное кровоизлияние, которое давит как бы на мозг извне. Есть, кстати, такая закономерность, что чем страна беднее, чем хуже в конкретной стране налажена система диагностики и помощи при гипертонической болезни, чем чаще в такой стране возникает именно геморрагический инсульт. Еще одна очень актуальная причина частых геморрагических инсультов – это самолечение народа, который страшно любит чем-нибудь Поразжижать себе кровь. Это люди, которые будут сами назначать себе какие-то лекарства, разжижающие кровь, затрудняющие свертывание. Вследствие этого какое-нибудь копеечное кровоизлияние фактически убивает человек. Прежде чем говорить о симптомах, я хочу обратить внимание на один очень важный факт. Если симптомы инсульта появляются, то да, со временем может произойти какое-то облегчение значительное но они все-таки сохраняются, они остаются, потому что инсульт – это значит повреждение ткани головного мозга, и новая ткань не появится, то есть симптомы будут, по-любому после инсульта симптомы будут. Если же симптомы инсульта возникли, а потом полностью исчезли, ну, через несколько минут, ну, исчезли, скажем так, в сроке до суток, то такую ситуацию называют микроинсультом или транзиторной ишемической атакой. Это очень актуальная тема. Я вам клятвенно обещаю, что в ближайшие пару месяцев про микроинсульт мы запишем отдельное видео. Кому интересно, у кого по этому поводу есть вопросы, прямо сейчас пишем об этом в комментариях. Возвращаемся к симптомам. Многим все-таки интересно, как по симптомам отличить геморрагический инсульт от ишемического. Значит, суть. Ишемический инсульт, как правило, возникает постепенно, в состоянии покоя, очень часто ночью. А геморрагический инсульт, он возникает внезапно, он возникает днем, и он очень часто возникает после интенсивных физических или эмоциональных нагрузок. Тем не менее, ну, когда я говорю вот это постепенно, то речь идет не о днях, речь идет о часах. То есть любые симптомы любого инсульта практически всегда появляются внезапно. Вот это вот слово «внезапно» появилось. Это слово «внезапно» оно применимо к любому симптому инсульта. Инсульта – острая ситуация. Симптомы возникают внезапно. И к этим симптомам относятся онемение или слабость руки, ноги, мышц лица, как правило, с одной стороны. Нарушается ориентация в пространстве. У человека возникают проблемы с речью. Она затрудненная, неразборчивая. Кроме этого, человек с трудом понимает обращенную к нему речь. Нарушается зрение, как правило, один глаз, иногда оба. Возникают проблемы с равновесием, возникает головокружение, Человеку трудно ходить. Головная боль. Вот это очень специфический вариант. Как воз... Какая головная боль? Люди с инсультом говорят о том, что такой головной боли раньше в жизни никогда не было. Для многих это самая интенсивная головная боль, которую они переживали ранее. Тем не менее, головная боль – это очень характерный симптом болезни. Для того, чтобы запомнить вот симптомы, Практически во всех языках есть так называемые мнемонические запоминалки. Ну, например, применительно к английскому языку аббревиатура FAST, которая расшифровывается как Face (лицо), Arm (рука), Speech (язык) и Time (акцент на то, что важно каждая минута, что время). Да? Украинскую мову Мозок, Мозок, M (мовлення, нерозбірлива мова, або нерозуміння слів). О-обличчя, раптова асиметрія обличчя або крива посмішка. З, запаморочення, втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, очі о, очі, раптове погіршення зору, кінцівки. К, кінцівки раптова слабкість, оніміння частіше з однієї сторони. Ну і русське закращення удар у, улипка. Д. Движение. А. Проблемы с речью. А фазия. И Р. Решение. Быстро принимать решение. Лечение. Это очень-очень грустно говорить про лечение. Это очень-очень больно говорить про лечение. Поскольку лечение инсульта ⁇ это государственная система. Эту систему довольно легко выстроить в крупном городе, где мы обнаружили симптомы и сообщили об этих симптомах в службу скорой помощи. И уже услышав эти симптомы, диспетчер службы скорой помощи понимает, что речь идет об инсульте, и выезжает специализированная бригада, которая, например, при ишемическом инсульте может прямо в процессе транспортировки пациента начинать введение особого препарата, который растворит тромб. Но, тем не менее, этот препарат стоит 500 евро если он вот в этой самой машине скорой помощи. А если это произошло не в городе, если это произошло в деревне. Вот есть бабушка 70-летняя, которая живет в деревне. Да, у нее есть семейный врач, у нее там недалеко от нее есть какой-то фельдшерский, акушерский пункт. Вот эта бабушка 50 лет проработала в деревне, занималась сельским хозяйством. Ее пенсия никогда не позволит ей купить за 500 евро препарат, который разжижает тромбы. Какие у этой бабушки шансы, что за ней прилетит вертолет и привезет ее в специализированный центр, который будет ее лечить? Когда-то эта бабушка была предметом общественной дискуссии. Когда-то мы говорили о том, что это же совершенно неправильно, когда современная медицина имеет способ спасения человека, но из-за нищеты из-за неравноправия жителей села и города мы просто не можем это все реализовать. Из-за отсутствия реальной страховой медицины абсолютное большинство жителей нашей страны не может себе позволить адекватное лечение. Именно поэтому... И не хочу вам сейчас рассказывать про лечение, про эти самые препараты, которые называются активаторами тканевого плазминогена. Я не хочу вам рассказывать про возможности эндоваскулярной хирургии или нейрохирургии, когда мы можем точно определить место, где закупорка сосудов, и когда мы можем с помощью определенных устройств прямо извлечь этот тромб и так далее, и так далее. Главное, что мы должны понимать. У нас, у каждого из нас, огромные проблемы с тем, чтобы быстро получить качественную современную помощь. И каждый из нас, кто понимает об огромных проблемах в получении цивилизованной помощи, должен понять, что именно в такой ситуации не использовать свои возможности по профилактике болезней, которая придет к вам с вероятностью 25%, это просто безумие. Безумие еще раз, не каждому повезет попасть в те 50-55%, которые умрут в первые сутки. Вот я говорю такие страшные вещи. Огромное количество людей, переживших инсульт, станут людьми с инвалидностью, которые будут обузой для тех, кто рядом, которые реально изменят всю свою оставшуюся жизнь и жизнь тех, кто рядом. Также хочу сказать, что после инсульта всегда есть риск повторного инсульта. И это бывает у 25% выживших в течение 5 лет. И у людей, которые выжили, возможны параличи и слабость в конечностях, возможны проблемы с речью, проблемы с проявлением и контролем эмоций. Особенно у женщин после инсульта очень часто депрессия. Есть проблемы с жеванием и глотанием, проблемы с контролем за мочеиспусканием и дефекацией, боли в конечностях регулярные покалывания, они а менее очень реагируют конечности на холод. Очень важно понимать, что после инсульта, кроме двигательных нарушений, будут и нарушения когнитивной функции. То есть актуально будет не только попытки восстановить моторную функцию, но и попытки восстановить личность, вернуть память, адекватные эмоции, возможность нормальных социальных контактов и так далее, и так далее. Вот все, что я сейчас сказал в плане восстановления, реабилитации, тысяч никому не нужных лекарств за огромные деньги, которые жрут всех вот этих пироцетамов, каментонов и прочей дряни, которые вообще не имеет никакого отношения к тому, чтобы поставить человека на ноги и так, далее, и так далее. К чему я все эти страшилки говорю, хотя это не страшилки, это страшная правда, которую вы не хотите просто слышать. Вы просто не хотите это слышать. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание. Я хочу сделать акцент на профилактику. Если инсульт произошел, если вы вовремя увидели симптом, человек вовремя попал в стационар, тем не менее последствия и тяжелые будут все равно. Поэтому логика и здравый смысл именно в том, чтобы четко понимать, что зависит от вас. И действовать именно в этом направлении 80, а по некоторым данным до 90 процентов всех инсультов предотвратимы. Давайте предотвращать. Давайте перечисляю факторы риска. Воздействовать на факторы риска, на которые вы можете воздействовать, это крайне актуально. Факторы риска. Артериальное давление – это главное. Это 50, а то и более процентов наших возможностей контролировать наше артериальное давление. Обращаю внимание, 50 процентов мужиков старше 50 лет имеют гипертоническую болезнь. При этом 80 процентов никакого лечения не получают. Очень серьезный фактор риска ⁇ все, что приводит к обезвоживанию, к сгущению крови. Поэтому очень серьезный фактор риска ⁇ это жара. Именно поэтому старики мрут как мухи в жару. Именно от инсультов. Далее ⁇ курение, алкоголь, наркотики, ожирение и сахарный диабет второго типа. Про ожирение целый курс подробнейший, что с этим делать про сахарный диабет. Вот видео. Особенно обратите внимание на профилактику диабета. Актуальнейший фактор риска – дефицит физических нагрузок. Фактор риска – избыток соли. Очень актуальный фактор риска – апноэ во сне. На эту тему подробнейший урок у меня в журнале доктора Комаровского. Есть фактор риска, на который мы повлиять не можем, это наследственность. Но если у близких, у кровных родственников был инсульт, то нам надо быть особо бдительным, особо обращать внимание на те факторы риска, которые подлежат нашей коррекции. Также к факторам риска относится спорт высоких достижений, поскольку всегда, когда есть экстремальные физические нагрузки, имеет место сочетание повышенного артериального давления и обезвоживания. Именно с этим связаны начисленные трагедии с спортсменами мирового уровня. Также хочу обратить внимание на два специфических фактора риска, которые значительно повышают риск инсульта у женщин. Первый фактор риска – это депрессия. Второй фактор риска – сочетание курения и использования гормональных контрацептивов. Еще раз обращаю внимание, никто не говорит о том, что это плохо гормональные контрацептивы. Плохо сочетать гормональные контрацептивы с никотином. Если курите, используйте другие методы контрацепции. Других методов в 21 веке хватает. Еще раз, может быть, самое главное. Это первое видео про инсульт на этом канале. Ну, на самом деле, я записывал уже видео про инсульт в моем журнале доктора Комаровского. Те, кто подписан, это видео видели, уже давным-давно сделали правильные выводы, но сейчас ситуация настолько острая, что я просто вынужден записывать видео для общего доступа. И я понимаю, что про многие аспекты, про лечение, про реабилитацию, про все это мы еще будем записывать отдельные видео. Также повторюсь, что я обещаю в ближайшее время мы сделаем видео про микроинсульт. Тем не менее, финализируем. Это самое главное, это ключевое. 90% инсультов вызваны десятью модифицируемыми факторами риска. Если эти факторы мы устраним или будем на них влиять, то почти все инсульты можно предотвратить. В ситуации, когда возможность получения своевременной, качественной, цивилизованной помощи при инсульте, особенно если речь идет о адекватном уходе после инсульта то в условиях, когда это все практически мечта недостижимая, более того, общество это даже не обсуждает, так вот в таких условиях воздействие на 10 предотвратимых причин самое мудрое, что вы можете осуществить в сложившихся обстоятельствах. Перечисляем. Гипертония, недостаток физических упражнений, повышенный уровень жиров в крови, неправильное питание, ожирение, курение, сердечно-сосудистая патология, диабет, алкоголь, Стресс. Про все это мы много-много говорили и еще будем много-много говорить. Но уже сейчас сделайте правильные выводы и возьмитесь за себя и тех, кто вам дорог, пока не поздно.